прошлой библиотеке Института культуры открылась новая выставка «Есенин жив в поэзии, а поэзия в музыке», посвященная 125-летию со дня рождения Сергея Александровича Есенина, русского поэта. Творчество Сергея Есенина многообразно. Его стихи поражают глубоким лиризмом и какой-то грустью, которая овеяна большинство его произведений. Стихи очень музыкальны, как сама звучащая природа. Поэт органично воспринял певучий склад народного стихосложения. В его творчестве по-своему отразились народные песни, эпические сказы, частушки. Большая музыкальность, образность поэзии Сергея Есенина делают понятным обращение к ней самых разных композиторов. При жизни музыкальных переложений было немного. На стихи поэта было создано множество песен и романсов. Среди авторов композитор Печенина, Вертинский, Кабалевский и другие. Поэзия Сергея Есенина находит свое воплощение не только в песенном жанре, но и в крупных музыкальных формах – операх, балетах, хоровых циклах. Есенин наряду с Пушкиным занимает центральное место в творчестве выдающегося русского композитора Георгия Свиридова. Есенин самый близкий по всем параметрам – главный поэт Свиридова. Строка «Я последний поэт деревни» потрясла и сразу стала музыкой, тем ростком, из которого выросла поэма памяти Сергея Есенина. Среди нот, представленных на выставке, сочинения Гаврилина, Пономаренко, детский хоровой цикл Пахмутовой «Земля моя золотая» и другие. Выставку украсили сборники, включающие популярные романсы и песни на стихи Сергея Есенина.